Сыграйте в мою игру, или я поджарю твоих друзей. Пахнет вкусно. Итак, ребята, здравствуйте, меня зовут GodGiven, и сегодня мы будем играть в игру там, где нужно отвечать на вопрос. Кто написал фантастическую повесть «Трудно быть богом»? Бог. В этой игре нужно выбрать правильную сторону. Если мы выбираем правильную сторону, мы остаемся живыми. Если мы выбираем сторону, в которой неправильный ответ, то нас убивают каким-то изощренным образом. Видишь, то динамит, то ничего не вижу меня. Я не понимаю, почему они все на тебя прыгают. Ребята, успокойтесь. Так, динозавры, Роблокс, видеоигры. Давайте видеоигры. Видеоигры. Зачем нам динозавры? Динозавры — это я. Жил динозавр, был вечно в заботах. Каждый день ходил на нелюбимую работу. Какая красивая футболка. Это что, Гуччи? Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Йоши, динозавр или лягушка? Ну, лягушка, я думаю. Я думаю, динозавр. Ребят, что такое? А, этот продуманный! Он побеждает во всех играх. Мне кажется, ты не прав. Ты не прав, тощий! А, правильный ответ, да, я... Ребят, извините, я просто пошел за этим продуманным хреном, он победил в прошлый раз. Кто является любовным интересом Марио? Иди сюда, иди пробуй грибы. Это Варио. Ну, конечно. Принцесса Варио, Персик. Я даже не знаю, кто это. Ты о, был... О, боже, ничего себе. Лазером. О, расстрелян. Никто не должен страдать. Хорошо, что в реальности нет таких игр. Да, уж, конечно, прикинь, напряжно. Прикинь, сдаешь в школе матешу и умираешь. Что это за персонаж из этой игры? Ну, это Марио. Варио, может. Опа, 100 очков. Это Марио, мы победили. Какая самая кассовая аркадная игра с всех времен? Пакман. Вы спросите, как я пришел к таким умозаключениям? Изи. Оу. Горячая картошка, не держи бомбу. Выбери сторону. А вон у него бомба. Даже не думай. Я такой ловкий, что... А, у него бомба. Оу. О, нет. Разорвало человека. Надо встать на цвет, который появится на мониторе. Medium orange, вот это он, да. Что? Так это было обидно на самом деле. Я даже сейчас готов заплакать. Так, ну мы должны дойти до конца. Это как вообще так? Так, мелочи, динозавры или Брукхэ. Я вообще не понимаю. Я не знаю, вообще ничего у него. Давай динозавры. Давай мелочи. А что такое мелочи? Я не знаю. А, это возможно. Сколько костей у акул? 150. Нет костей? Подожди, у акул. Наверное, есть кости. 150 костей. Эмиль, ты один победил! Ух ты, смотри, я выжил! Нет. У акул нет костей, какие мы глупые. Эмиль, ты один умный. Я отличник, скорее двоечник. Это типа, когда в тебе борются две личности. Меня часто спрашивают, знаю ли я Тайлера Дёрдена. Меня все время спрашивают, знаю ли я Тайлера Дёрдена. Так, ладно, бренды, наука, Брукхэ. Наука, конечно. Ребята, мы же умные. Ты не знал, сколько костей у акулы. Я знаю, у акулы ноль костей. Сахара, конечно, ребята. Дезерт — это пустыня. Сахара. Что? Что происходит? Почему я такой глупый? Антарктика считается пустыней? Опустите меня, я сейчас выбью стекло. Сливаешься? Нет, ты слюной. Ой, мой менталитет, ты слепой. Учебник по русскому языку дать? Сколько тебе лет? Мне 14. Так, давайте, кто победит? На кого мы делаем ставку? Смотрите, вот этот вот заяц, который уродский. Либо человек с волосами беконьими. 8 класс, жду, 17 школа. Ой, я тоже 17. Орел! Подожди, надо выбрать. Животное. В животных мы разбираемся. Что это за животное? Сыр или тигр? Ну, сыр, конечно. Ты чего? Ты думаешь, это сыр?
Ты чего, какой тебе забив? Извини, блин, сырная голова. Человек умер за сыр просто. Это как видели, знаете соревнования там, где от сыра нужно убегать? И раз в год сыр сбрасывают из горы. Кто первый добежал, тот забирает его себе. Что это за животное? Слон, носорог? Поцелуй меня. Но. Я просто WhatsApp'ом не пользуюсь. Какая рыба, Немо? Рыба-клоун, ребята, я это знаю, потому что я один из рыб-клоунов. Смотрели мультфильм «В поисках Эмо»? Ты зашел так далеко, хех. Ну что ж, пора повеселиться. Горячая картошка, не держи бомбу. Отойдите от меня. Кто с бомбой? Кто с бомбой? В шапке, парень. Парень в шапке, отойди от меня. Ай. У тебя бомба, у тебя бомба. Hello, darkness, my old friend. Все, я удаляю всех из друзей. Вы, блин, юные Саддамы Хусейны, подорвали меня. Гасам Гусейнов, как их там? Не разбираюсь в ваших блогерах. Так, а где там драка? О, давай посмотрим пока. Чел, у меня Клава маленькая. Клава Кока такая. Сливаешься снова и говоришь отговорки? Я думаю, это Dave the Dog, да? Нет. Я больше так не могу, ребята, я тупой. Я в жизни ничего не понимаю. Я вообще не помню, как я закончил технику, а дальше все как в тумане. Номер тебе могу дать. Ну давай. Ну давай. Алло. Алло. Ты что ты сливаешься-то? Дава. Один. Дава, это рэпер. Ролли на руке. А, давай. Плюс 7, плюс 980, это 987 получается. В математике я силен. Давай поговорим. И знаешь, ты звонишь, там действительно заяц такой. Как заяц вообще? Какие звуки издают? Извините, я не знаю. Так, голосование за какую категорию? Спорт, спорт, спорт для силачей. Мы сильные в спорте. Сейчас мы точно победим. Проиграем. Вот нет, спорт нас приведет точно к победе. О, и Twitch Sport, can't you get a hole in one? Гольф. Ура, гольф. Yeah, я же говорю. Ой, на сковородке поджарили. А пахнет як. А пахнет як. Вкусно. В каком виде спорта Коби Брайант был лучшим? Я в последний момент спрыгну. Прыгай. Это баскетбол, ребята, Коби Брайант. Yeah. Баскетбол ногой. На нахуй. Я нашел, в чем я разбираюсь, это спор. Good evening, помнишь, как меня зовут? У тебя ж ник написан Ваня Фуртиков. Что означает НБА? Мальчики не допускаются. Какой вид спорта самый популярный в США? Баскетбол или American футбол? Наверное, American футбол, он даже так называется. Да, American футбол, ребята, мы побеждаем! Я мускулиный мужик, я шарю за спорт. Мужики. Мужикотавры. Боже, не думал, категория, в которой я силен, это спорт будет. Крикете сколько? Не знаю, 12, 12 в крикете, 12! Нет. 11, я же говорил, ребята, нормально, извини. Все будет хорошо, но мне надо переобуться. Кто самый результативный баскетболист всех времен? Леброн Джеймс, наверное, это единственный. Да, 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 Леброн. Леброн Джеймс. Арсик. Поджарен. Сгорел. На работе тоже. Да. Так, ну что, в каком виде спорта Тайгер Вудс был лучшим? А я знаю. Это гольф, ребята. Это гольф. Тайгер Вудс это самый популярный гольфист. Самый популярный гольф. Гольфер. Volkswagen Golf. Volkswagen, das Auto. Пакигор, снимай меня на камеру. Я дошел, я прошел. Я один. Леонардо Ди Каприо. Вот я. Дайте Оскар. Мы победили, Это дабстеп.
пощадить нас. Таить злобу легко, но чтобы простить, нужно мужество. Простите, что испепелил миллионы людей.